Если вы хотите принять участие в данных выборах, то нужно подходить на свой избирательный участок, где вы зарегистрированы, где вы включены в список избирателей. Ну, на нашем сайте можно узнать адрес регистрации, можно у себя в учетной записи портала госуслуг, а также можно позвонить на горячую линию, которая у нас открыта, 408035, и узнать, по какому адресу надо подойти на избирательный участок. И если избиратель изолировался или болеет, ну, или имеет какую-то иную уважительную причину, он может позвонить на свой избирательный участок, и к нему приедет машина, и его обслужат на дому. То есть такая форма голосования тоже имеется. У нас в городе Якутске откроются, ну, они уже открыты, 118 участковых избирательных комиссий работает, и еще 4 участка мы открыли по месту временного пребывания избирателей, это в социальных домах. У нас задействовано более 1500 человек в работе участковых избирательных комиссий. Там работают представители различных политических партий. Ну, как минимум, там их 4. Это от «Справедливой России», от «Единой России», от КПРФ и от ЛДПР. Сейчас уже заявлены и будут работать в качестве наблюдателей от таких кандидатов, как Михайлов Сава Анатольевич, Григорьев Евгений Николаевич, Обидин Виталий Валерьевич, и от таких партий, как «Единая Россия» и КПРФ.